Не мог я мимо. И тут проехать современный перекресток уже, ну это просто, вот Красноармейская выходит. Здесь пивзавод находился, вон там чуть подальше уже. Высотки, новострои могучие. Тут же Эйфелевая башня появилась. Сам приятно удивлен красотой, да, и размерами этого всего. Как это так быстро изменилось. Для меня быстро, там, лет 10, так. Эйфелевая башня. Все свежее, все новое, вот-вот. Здесь, с этой стороны, ну это просто чудо. Невероятно. Огроменные высотки. Тут уже улица Киевская пошла. Киевская. Ну и столб, куда из него денешься. Тут целая паутина из проводов. Действительно, тут изменилось намного все. Ну вот единственное, тут АТБ появилось, так, какой-то магазин был до этого. Ну и там уже Южный Буг, Киевский мост. Хочется показать это все. Конечно, чудо, действительно. Изменилось все серьезно, даже очень. На первый взгляд даже так и не узнать сразу. В каком это городе мы находимся, да, ну и, конечно, красавица всегда рядом с нами. Ну как мимо проедешь, да? Красота, да и только. Вот такая место Винница, 21 июня, ну почти разгар лета, скажем, плюс 24 на градуснике. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. И на улицу Киевскую, не Кировскую, Киевскую. Там давненько также не было. Ой, что там тоже. Там и зоопарк, там все, много всего интересного. Ну, возможно, когда-то сделаю обзор. Это, конечно, не так просто все. Это много сил, ну и времени отнимает. Так, надо постараться все. Ну и чтоб и информация была интересная. Так что, ну и без такого ровера, конечно, никак не объехать, не сделать такую экскурсию, такой экскурс в прошлое. Ну, на все про все заняло, ну так, где-то 2,5 часа, 3 часа. Плюс дорога еще. Ну и надо еще обработать, найти фотографии. Еще полдня на это все уйдет. Ну, в общем, это все приятно. Это все память, история. Это надо было сделать. Готовился я к этому фильму, репортажу уже много-много лет, скажу вам по секрету. Но вот хорошо, возможно, хорошо, что чуть погода нас не пускает на море, так, и есть время у меня свободное для таких сюжетов и репортажей из Винницы. Но все-таки вот так вот на фоне новейших домов, новостроек, вот такие паутины все-таки есть и такие столбы еще. Ну, я думаю, что все это будет меняться, все будет усовершенствоваться, и здорово, и приятно, что это в моем родном городе так все прекрасно. И частичка Парижа, Франце. Так, бегу на футбол, сегодня Украина-Австрия, еще раз поддержим команду, и Орешка, место Винница с вами. Счастливо!
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.